Хей, йо, гайз, с вами Шимики, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls 2. Да, прыжок у меня не удался, вон как раз мой дух. О, ты решила присесть? Проклятый. Ищи души. Огромные могучие души. Найди короля, это единственный способ. Позволь этой земле поглотить тебя. Ой, все, вот это начинается. Позволь поглотить земле себя. У меня вон хп куда-то делись. Можно еще попытаться, но я повторно уже сдохну. А где лес гигантов? Я что-то не врубился. А здесь я что-то не врубился. По левой стороне, да, лес гигантов, где-то там. Но это не лес гигантов, ло. Если верить, то мне нужно влезть в лес павших гигантов. Но это точно не здесь. И это я понимаю. Это между мире. Потом нужно попасть в Манджулу. С Манджулы нужно попасть в лес павших гигантов. А еще мне нужно поставить колечко. Дополнительными жизнями. Ну... Что рубить? А, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Сложно. Сложно, сложно, сложно. Нужно выносливость поднимать. Слишком долго не могу бегать. Там статуя, но статую я только могу разморозить, походу, с помощью какой-то там ветви, либо что-то типа того. Единственное, куда я могу хоть куда-то пойти, это туда. Лес. А где этот лес? У меня только тут проход, все. У меня леса никакого тут нету. Может, меня обманули? Походу обманули. Короче, побежали тогда. Сюда. И найдем, куда идти дальше. А вы это сейчас серьезно, да? Объясняю. Смотрите. Идем отсюда нахер. С этой пещеры. Помните, мы изначально с вами заходили в этот... Вот сюда. В место, где... Подождите, или не сюда? Вот сюда. Да, вот сюда. И мы там нажимали с вами на рычажок. Потом я такой подумал что-то и думаю, ну нафиг оно все мне надо, побежал-ка я, наверное, отсюда. Да? Ну так вот. Оказывается, это оно и есть. Это, оказывается, и есть лес павших гигантов. Нужно было просто немного подождать. Вот, все. Мы внутри. И можно считать, что мы с вами попали туда, куда нам надо. Да, это тот самый лес. Это он есть. Вон, походу, тропинка, которая туда ведет. Человеческая фигурка. Походу я туда попасть могу, да? Давайте с разбегом. Ну это с разбега было, ребят. Ну, вы о чем? Это было с разбега. Было изи, с разбега. Я не понимаю, вот у меня отнимаются хпшки, да? А как мне их вернуть обратно? Вопрос.
Можешь, я каждый раз, когда вздыхаю... А, ну да, еще больше отняло. У меня типа отнимается и отнимается. Потом останется, когда 50%, да, допустим, ХП. Оно перестанет отниматься. Ну, все равно как бы отнимается. Я думаю, может быть, если я использую человечность, ну, тут типа деталь, которую мне дали, типа, фигурку человека, то мне восстановит полностью ХПшку. Потому что, знаете, это немного неприятно. Когда у тебя не фул ХП с того, что ты умер. Да, забыл нажать кнопочку прыжок. Косточка возвращения, душа пропавшего мертвеца. Лес павших гигантов. Я испугался. Ну смотрите, с двух ударов. О, предмет выпал. Метательный ножик. Ну я не думаю, из них, наверное, трава, либо еще типа того, что выпадает. Вон костер. Воспылаем, отдохнем. Здесь у нас за могила. Фиг его знает. Главное то, что я их убиваю довольно быстро. Ну, ладно, 3 удара-2 удара. А где эта тварь сидела? Конечно, интересно. Откуда он на меня налетел? Ух! Кажись, я сдох. Да, мне немного голову откусил. Минус тело, минус жизнь, минус восприятие этого мира. Сложный, сложный, сложный. Уж.
да. На, 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 на. И все? Только души? А, так нет, ты не одноразовый. Такое. Я ожидал получше на самом деле. Ладно. Щит. Лава. Отдыхаем. Отправиться. Вот, видите, типа. Это три разных места. Между мира или спавших гигантов. Манжула. Мне единственное, что интересно, это как мне восстановить ХП полное, чтобы было. Одно из двух. Скорее всего, человечность. Это 100 пудов фигурка человека имеется в виду. Так, сейчас немного себе ХПшку пополним. Новый уровень, давай. О, я могу два уровня себе вкачать. Я не знаю, на самом деле. Или здоровье вкачать. Блин, давайте, наверное, до сатанки вкачаем себе этот. Вес, хотя... Да, давайте вес. Хотя, подождите. А если мне сила пригодится, нужна будет? На 2, на 3, да? Ладно. Медленно все это делается. Но главное, что я нашел то, что место, которое мне нужно. Отправиться. Поехали. Будем. Я буду все лутать, как обычно, как и в первой части. Но, конечно, мы там нарисованном мире там что не нашли, я не нашел подъем наверх, поэтому я сгорел бы нахер там. Все равно, да. Забрать предмет, тихо. Ну, извините, из-за того, что он меня покоцал, мне придется стоять. Мне интересно, где на меня напал челик третий, который у них. И почему я их тогда ваншотнул, а теперь я не могу его ваншотнуть. Вот. А, то значит я с разбега его просто ударил. Тогда ладно. Тогда прощаю. Вау. Вау-вау-вау. Вау-вау-вау, прямо в глаз. Вот и ей.
Капец их. Вот это я, конечно, не ожидал, то, что их тут так много будет. Ну, ладно, меня фляха хотя бы фул восстанавливает. Душа пропавшего мертвеца. Ну, поехали. Наверх. Зеленый цветок. Пиздец их тут. Их тут много. Что по предметам? Ага. О, он расцвел. Пам-пам. Зеленый цветок, зеленое растение с виду напоминает мясистый цветок, временно ускоряет восстановление выносливости. Раньше это растение тратило так, старались избегать из-за его горького вкуса, но тогда стало известно о его полезных свойствах. А травники почти смели его с лица земли. Теперь в природе он не встречается крайне редко. Умный типа. Вижу, да. Ага, ловушки мне тут устраивать, эти твари. Да-да-да, приманки, приманки, ловушки. О, подожди. Душа безымянного солдата. Да, он хотя бы прыгает далеко теперь. Так, кривой меч, душа пропавшего мертвеца. Угу. Кривой меч, где он? Соточку он дает. Но он побыстрее, мне кажется, будет. Показать информацию. Небольшой прямой меч, длинный кинжал, но все же очень легко. Легок. Очень популярное оружие, ведь его используют воины и должен обладать особой силой. Хороший меч, который подойдет во многих случаях, но не стоит полагаться на него в особо опасных ситуациях. Подожди, я сейчас одну вещь понял. Надеюсь, я неправильно понял. Что у булавы урон стал 180. Ой, 110, а был 180. Или 190. Ладно, не суть. Ладно, не суть. Ладно, не суть. Важно. Давайте, я думаю, его с помощью меча грохнем. Меч побыстрее будет, на самом деле. Что он делает? Да
понимаю, он пытается вернуться обратно, да, к себе туда. Буду считать, что это не туман с боссом. Блин, что-то тупой какой-то. Слышь? Сломанный меч. Какой он тупой. Но он все равно. Но здесь я вижу, ломается быстро, да? То есть начальное состояние свое теряет. Хорошо. Бац, бац, бац. Бац, 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 бац. Сломанный меч. Я просто не хочу к нему подходить плотно. Ладно, разбегаем. Приемлемо. Человеческая фигурка. Раз, два, три, четыре. Мацвет жизни. Что из себя выпало? Нож бандита. Так, ну я всех переубивал. 1300. Так, давай смотреть, что у меня есть. Что это 125? Это типа бонус, да, от самого орудия. Тогда, конечно, вот это лучше. Но здесь кровотечение плюс дается. Кинжал. А, подожди, 132. Одинаковые мечи. Так, нож бандита. Нож с расширенным кромой. Особая форма позволяет наносить раны, которые несколько так заживают. Создается для темных дел, популярен среди темных личностей. А еще что там мне дали? Главное, что кольцо очень медленно ломается. Вот это самое главное. Цветы, цветы, души, души, души. Меч, да, значит, поставить. А ну-ка, давай-ка сейчас. Да, вот это, конечно, неудобно. Предмет. Что за фигня? Теперь пишет 65 урона. За дерьмо? А теперь 65. Зачем было мне показывать изначально больше? Оно умножает, что ли, или это оно берет в расчет, если в две руки возьму?
Ладно, давайте. Погнали, попробуем. Ладно, заюзаю так уж и быть. Угу. Без меча, без оружия пойду. Пока что идем с дубиной. Тоже не дурак. Ух. Перчатки полого пехотинца. Да, я знал, что тут ловушка будет. А, там еще один. А, молодцы. Питательный ножик. Деревянные болты. Так, что я там подобрал? Это перчатки. Показать информацию. Перчатки полого пехотинца. Это снаряжение полого пехотинец. Самые простые перчатки. К тому же сильно изношенные. А разваливается на глазах. Используется только в самых крайних случаях. Полового солдата. Так, хорошо, шлемачок. Показать информацию. Шлем полового солдата. Такие шлемы носят полый солдат короля. Похоже, он сделан из качественного материала, но теперь сильно изношен и вот-вот развалится. Особой пользы от него не будет. Может быть, он будет получше моего, слушай. А не, нихера. Цвет жизни. Может, ты пойдешь ко мне? У меня просто бомба ебнет. О, так вас там много. Уже предупреждает насчет оружия, да? Шахерел? Ты че херел? Ладно, я тебя понял. Пока.
Пока. Хотя давайте я спущусь. Так, сменим оружие. Баклер. Что за баклер? Сейчас прочтем. О, это много лучников. Во-первых, баклер хуже моего. Показать информацию. Баклер. Распространенный металлический щит небольшого размера. Малые щиты очень легкие, их удобно использовать, но силы защиты при этом невелика. В центре треугольного щита находится выступ, чтобы было проще отражать удар. Хорошо. Будем сражаться с помощью меча. Потому что, увы, у нас больше ничего нету. Ого. Ого. Так, тихо. Где я могу спуститься, да? То есть у меня идет развилка. Либо развилка, либо обязательная дорога. Ладно. Человеческая фигурка. Паркур, паркур. Я не знаю, стоит ли мне спускаться туда. Главное, чтобы ведь не прикончили потом. Большое место. До свидания. Я не знаю, что это за черепаха. Но это черепаха мощная. По доспехам, если посмотреть. Я сюда, если что, еще, может, нам сказать, приду. Поэтому мне нужно, во-первых, отремонтировать свое оружие. Пускай булава и мощная, но она ломается. И во-вторых, у меня уже этот. Ладно, тут мне скорости хватает, хорошо. Кладовская урна. Урна — это бомба. Открыть. О, ништяк. Ух, ништяк. Так, давайте я останусь здесь сейчас. Купи, купи, что хочешь. Или же помоги старушке и купи что-нибудь. Купить предметы. Я могу тебе продать. У меня такие же предметы. Топор. Топор. Так, грубый топор. Скорее, инструмент для оружия можно использовать только в ближнем бою. Так, это сулит большие опасности. Однако, при своего сторона небольших вести наносят достаточно серьезный урон. Дубинка.
примитивное оружие, но достаточно крепкое, чтобы пробить щит. Цесатуса. Это оружие закрывает кулаки, толстая кожа укрепляет железными так. Заклевками, чтобы удар получился сильнее. Успех кулачной атаки направляет зависит от силы бойца. Каждая встреча с противником превращается в настоящую битву. Так. А, ну это костюм того. Плащ странствующего торговца. Такие плащи носят торговцы из Ланафира. Орел обычно символизирует силу, но в Лафере он ассоциируется с достатком. Ланафира – самая далекая страна на юге. Издавна находится в полной изоляции. Редкие гости из Ланафира всегда кажутся странным. Такие перчатки носят торговцы из Ланафира. Ого. Ну, это огненные бомбы. Кладовской урон взрывается и наносит урон магии ей. Урон магии. Питательные ножи увеличивают наносимый урон и уменьшает получаемый. Дышится жук. Ключ камень. Фараса. Активирует устройство Фараса. Ага. Ароматная ветвь. Былого. Оживляет окаменевшее живое существо. Вот, вот эти мне нужны вещи. Заклинание. Стрела души. Лечение. Ну, на самом деле, здесь сейчас лечение важно, знаете. Из-за того, что очень мало хила. Нас просто заставляют идти. Открывает мастерскую кузницу Вингерста. Манжуле. О! Вот это хороший предмет. Вот это вот хороший предмет. Так, а знаете, что мы сейчас делаем, ребят? Во-первых, вызываем рыцаря. Мы сейчас быстренько давайте с вами отдыхаем, уходим. Мне нужно 1400 набрать. Ну, пускай мы еще таких убьем двоих и отправимся к этому торговцу. Я хочу купить щит Орлана. Так, и еще одного надо. Ну, за них сколько дают? 110? Не-не-не. Так, у меня сейчас 13-14. Такое. О, огненная бомба выпала. Теперь, что мы делаем? Отправиться. Мне нужно манжула, отправляемся. И делаем три вещи. Первое, покупаем у торговца щит. Да? Так, это у меня щит на сколько защиты? Но у него очень большая стойкость. Очень большую стойкость. Либо я могу уровень прокачать. Для меня важнее щит купить. Подождите. 85, там 90. Oh, hello again. Купить предмет. Окей. Открыть. Смысле. А, это походу от дома старика. Хорошо. И чё они пинаются?
Они сильно пинаются. Алло. Я их так не убью. Хотя давайте, может, все сделаю в следующей серии, да? Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.